Ну, ярких, конечно, впечатлений было очень много за 25 лет. Это и победы в Евролиге, и становились и чемпионами России, обладатели Кубка. И, конечно, самое главное, обладатели и чемпионы, обладатели Кубка Гагарина. Это, конечно, но победы все очень такие впечатляемые, поэтому выделять что-то, конечно, они все прекрасны. Это, конечно, в памяти не только у меня, но у всех практически, у болельщиков. Поэтому я думаю, что, ну, мне кажется, Гагарин это все же, он последний был. И тут, наверное, весь город, наверное, область вся была под впечатлением. И все болели, все переживали. Все же матч, вернее, финальная игра была из 7 матчей. Это. И вот что последняя 7-я игра дома, конечно, это было для всех это было что-то. Конечно, процветание, роста. Не надо останавливаться на каком-то там одном там достигнутом. Конечно, надо двигаться вперед, двигаться с огромным желанием, энтузиазмом. Клубу и команде, конечно, еще раз выиграть Кубок Гагарина. Он, тем более, впечатление огромное произнес для всех. Но, конечно, без наших любимых болельщиков мы бы, может, даже и не выиграли. Была поддержка просто обалденная. Просто спасибо им огромное, огромнейшее спасибо. Все же мы их любим, будем любить.